Всем привет! Вы на канале Spinner Go, с вами я, Серега. И сегодня у меня необыкновенная Лего. Я начинаю сегодня новую рубрику Лего в студию. Вот. И сегодня у меня первый набор, а именно Лего Ниндзяго, набор по восьмому сезону, а именно Сны Гармадона. Это Джей Мастер Спинджитсу. Вот так выглядит упаковка. Здесь мы видим сам спиннер. Видим веселого пацана, который радуется запусканию Джея. Здесь он подпрыгивает, молния, вот молния там все такое. Здесь вот здесь вот обыкновенный спиннер катается, а здесь он на стекле катается. Вот. 6 до 14 лет, артикул этого набора 70, 635. Джей Спинджитсу Мастер. Лего Ниндзяго Мастер Спинджитсу и тут Джей Спинджитсу Мастерс. То есть Джей Мастер Спинджитсу. В общем, вот тут Мастерс. Ладно, не важно. Вот, очень красиво выглядит однако упаковка. Давайте посмотрим, что на обратной стороне. На обратной стороне мы видим запуск, перепрыгивание через оборудование. То есть не оборудование, а подставку молниеносную. Вот, колесо, как, ну, у Колы тоже колесо, но не так. Здесь веселые ребята, которые играются именно с Джеем. Не только именно с Джеем, конечно, но со всеми остальными здесь. Хотя нет, именно с Джеем. На обратной стороне, ну, вот здесь вот, мы видим всякую мишуру здесь. Лойда, Кайни, Джеи, Зейна и Колы. Вот, здесь наши нунчаки. Молнией. И здесь Джей. Фигурка Джей один к одному. Что ж, давайте его соберем и посмотрим на него. Итак, это Джей специально для этого набора костюм у него. Такой, вот такой вот Джей. Давайте рассмотрим его снова. На карте всякие принты серебряные. Синие руки. Вот. Лицо такое вот интересное. Тоже на спине у него, ну, кимоно у него. И здесь тоже молния нарисована красивая, маска синенькая. Я его поставил на эту. Давайте посмотрим выражение лицо, выражение лица. Первое выражение лица у него, это у него такое вот сердитое. А второе, это у него такое вот веселенькое. Вот. Так, давайте теперь разберемся с нашей подставкой. С подставкой. Здесь под нюнчаки вот так вот интересно расположены. Молнии, они такие вот стеклянные, можно сказать. Подставка вот сама. Полежи пока. Ладно, давайте посмотрим на Джей и нунчаки его. Как они выглядят будут. Вот так он выглядит с аэро-нунчаками, так сказать, можно. Немного громоздко, но все же ему подходит нунчаки. Ему очень они подходят. Что ж, давайте разберемся со спиннером. Спиннер у него очень яркий, прям горит краской, синий цвет, вот, очень красивый. Советую покупать вам Джея, потому что у него очень краски такие красивые. Сам синий вот тоже очень красивый, вот, ладно, с этим разберемся. Вот, здесь вот сами вот эти вот дырки, чтобы вставлять его, вот, вот эту штуку. Что ж, давайте вставим ее, посмотрим, как Джей будет выглядеть в капсуле. Вот так он выглядит в капсуле. Давайте ее закрутим. Вот, сейчас начинаю вставлять. Ой, сори. Простите, ребят. Вот. Делаем вот так вот. И поворачиваем. Вот, и ваш спиннер готов. Не к запуску, но готов. Давайте вставим. Вот, вставляем. Берем нашу штучку вот эту вот, длинненькую. Давайте вставим. Давайте сейчас я покажу, чтобы камера не шаталась. Это плохо получится. Вот. Если мы здесь, то у нас не получится. Не знаю почему. Только вот отсюда вставляем. Вот. Ну что, давайте запускать. Наконец-то уже мне не терпится запустить. Переходим на пол. А, ну да, точно. Перед тем, как перейти на пол, я хотел ознакомить вас с инструкцией. Здесь всего-то
21 пункт. Все, переходим на пункт. Ну что, готовы? Да, капитан. Итак, дергаем рычажок. Вот так. Можно запускать еще его и колесо. Итак, сейчас сделаем колесо. По-моему, только Джея убили, ребят. Давайте посмотрим. Нет, цел. Вот, давайте посмотрим, как он может разрушить вот эту штукенцию. Вот. Давайте. А, ну точно, у каждого этого есть свой вид запускания. Например, у Кая... Что у Кая? Давайте. Тут свет плохо видно. У Кая объезд, у спиннера кружение, у спиннера нашего Джея подпрыгивание. Кол едет колесом. У Зейна есть вид дрифта, а спиннерлойда вообще надо запускать на руке, чтобы он двигался, как обычный спиннер. Ну, а у спиннера Джея есть вид подпрыгивания. Давайте сделаем это. Окей, давайте. Готовы все? Думаю, да. Если я сейчас правильно сконцентрируюсь, то мы перепрыгнем. Ой, ребят, сори. У меня не очень получилось просто. Давайте еще раз. Вот отсюда давайте. Вот, так лучше. Думаю, сейчас получится. Это еще так сложно подпрыгивать. Ну, он, конечно, не перепрыгнул, но хотя бы и так. Вау! Ну, давайте напоследок еще раз сделаем вот, как я первый раз запускала. Надеюсь, сейчас получится. Под кровать только не улети. В общем, классная система спинджитсу. Круто крутится, в общем. А, блин, ребятки, я увлекся этим, я забыл, как он так крутится. Давайте я быстро покажу. Итак, давайте. Ой, прямо вот здесь вот сделаю. Прикольно крутится. Можно устраивать гонки, например, или столкновения с друзьями играть. Очень круто будет. Ну, как это, когда придут ко мне Федя и Костя, мы обязательно это продемонстрируем, поиграем. Вот. У нас еще впереди два спиннера, Ллойд и Коул. Вот так вот он крутится. Ну что ж, а это был обзор на спинджитсу Джей. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте много лайков. Досматривайте до конца. И до новых выпусков, друзья. Всем пока!